привет! Мы с ней строим завод в Майнкрафт. Всем привет! Мы с ними строим завод в Майнкрафт. Строим завод в Майнкрафте, завод вертолетов. Всем привет! Мы с ней строим завод вертолетов. Скачать Майнкрафт на вертолеты можно по ссылочке в описании под моим роликом. Скачать Майнкрафт на вертолеты можно под моим роликом сегодня. Сегодня мы строим завод вертолетов. Вторая часть, да, мы сегодня строим завод вертолетов. Да, вторая часть. Вот так мы уже здесь все обустроились так красиво. Ну, если вам нравится, напишите в комментариях. Вот у нас здесь столики даже какие-то есть красивые. Это я поставил. Реалистичные, хочу сказать. Ладно, как вообще этот завод строится? Мы можем сделать некоторые самолетики. Смотрите, сколько у нас здесь есть. Это у нас специальный верстак. Мы можем скрафтить бензин, ключ, гаечный ключ, аптечку и ключ богача. Либо вот здесь у нас инструменты, чтобы сделать заводик. А потом сделать вот себе самолеты, да, вертолеты, да. Я скрафтил назаритовые вертолеты. Кстати, хочу вам сказать, что у меня первый дубль лучше получился, и это у меня второй дубль, и он получился не очень. Все, это уже не хочу. Ладно, дай-ка покажу, как этот вертолет вообще ставится. Это у нас вертолет Назаритова, я уже его скрафтил. Он очень дорогой, там есть изумрудный, золотой, железный, либо еще есть там железный, золотой и алмазный. Напишите, какой самый дорогой. Мне кажется, Назаритовый, потому что Назарит очень трудно добыть. Вот мы ставим самолет, смотрите, какой красивый у нас самолет. И он сделан из Назарита. Так, давай-ка мы посмотрим этот самолетик вот с стороны. Давай-ка мы на него сядем хотя бы. Чтобы кататься, нужна взлетная полоса. Нужно нам еще бензин и ключ. Вот как у нас крафтится бензин. Это у нас бензин для вертолетов. Кстати, смотрите, какую красивую сделал взлетную полосу. Это наша, моя взлетная собственная полоса. Заправляйте это бензином 100%. Можете еще заправить вот так для красоты. Конечно, туда еще не заправляется. Дальше нужен ключ у нас такой. А потом нам нужно вот этот ключик, его вставить вот так, и все. И у нас есть сейчас, и сколько можно пролететь. Полетели. Полетели. Вот так должны полететь. Вы что-то мы не летим. Взлетаем. Взлетаем. У нас взлетают самолеты. Напишите, почему не взлетают самолеты. Напишите под моим комментарием. Мне кажется, что в точеском режиме у меня взлетали самолеты. Но я здесь точеский режим не могу включить, к сожалению. Извините меня. Потому что я играю в Майнкрафт выживание. Что я прыгну? Вообще не нужно завод строить. Издеваетесь, что ли? Вообще это ужас. Но вы можете скачать этот мод на вертолеты и посмотреть. Я надеюсь, решусь включить здесь творческий режим. Напишите в комментариях, решаться ли мне включать здесь творческий режим, чтобы полетать на самолете. Переголосуйте в комментариях. Но мы хотели уже построить завод. Это у нас всякие здесь самолетики. Как раз я вот для красоты много всяких делал предметов. У нас вот для красоты есть вот такие столики. Вот у нас вот взлетные полосы. Вот эта аккуратная штучка. Вот это. У меня есть как раз стулья, чтобы на них садиться. Но с тех пор с дизайном я не разобрался этого завода. Я вот не знаю, как сделать хороший дизайн этого завода. Вот я решил сделать стульчики. Вот для красоты можно здесь поставить к стульчике, вот. Как будто бы делал вот здесь верстачки. Это очень реалистично, как будто бы делал здесь уже для красоты. Это, конечно, полезные стульчики. Вот можно просто сесть и спокойно скрафтить. Либо стоя, это в Майнкрафте не зависит, конечно же. Еще я решил поменять пол этого завода, потому что, ну, смотрите, у нас завод вообще некрасивый, вот. Я решил поправить здесь уже у нас полечек вот такой, чтобы у нас был здесь пол. Я решил поправить завод, то есть полом таким деревянным. Нам нужно сделать из другого дерева нам заводик. И здесь нужно нам поменять вообще весь пол, потому что я решил сделать из другого пола. Это у нас из другого дерева, то есть из какого-то дерева. Интересное какое-то дерево, хочу сказать. Но оно нравится мне, это дерево.
Работа у меня очень будет долгая, но я хочу посмотреть, какие там еще можно скрафтить заводы, и, то есть самолеты. И нам еще нужно сделать склад всех этих самолетов. Как раз у нас здесь и есть золотой самолет, и можно посмотреть на все дизайны этих самолетов. Как раз можно сделать вот такой пассажирский. Давай-ка посмотрим, что тут пассажирский будет. Но у меня ресурсов, конечно же, на это не хватит. Можно сделать лазуритовый, либо железный. Кстати, железный тоже слишком много ресурсов. Золотой — это тоже много ресурсов. Сколько мы можем скрафтить самолетов? Это классно, как? Может, золотой у нас взлетит? Как раз у нас есть золотой. Мы здесь делаем же склад всех этих самолетов. Вот, для красоты здесь нужно нам обустроить все. Не знаю, как здесь все можно сделать красиво очень. Но самолеты здесь для красоты лежат у нас. То есть стоят и лежат. И здесь нам тоже нужно все красиво обустроить, все поломать. Так, поставили этот у нас золотой самолетик. И прокатимся на нем. Дай-ка мы на нем прокатимся. И мы не сможем на нем прокатиться, как раз у нас ресурсов не хватает. Как раз ресурсов не хватает. Так, бензин и это тряпка. Если бы не сможем подняться, то вообще будет не круто. Да уж. Вообще не пойму, почему я не могу прокатиться. Может, какие-то инструкции нету. У меня есть какие-то гаечные ключи. Вот, если я говорю, что у нас ключи всякие есть. Это, конечно, не прикол, но... Это есть случай, если можно этим гаечным ключом, можно сделать еще какую-то штуку. Вот, когда открываешь дверь... Можно вот так ринку и собрать этот самолет. О, как раз у нас этот самолет. И самолет у нас пропадает каким-то таинственным образом. А самолет пропадает далеко, потому что у нас даже гаечного ключа нет. Я не знаю, куда у меня самолет пропал. У меня опять же ресурсы куда-то потратили зря. Это обидно, напишите в комментариях. Ну, это не очень обидно. Ресурсов жалко, но это самый богатый, это не самый богатый. Золото это не самое лучшее. Мне все равно золото не нужно. Но для следующих заводов золото это пригодится. Кстати, знаете, что я хочу сказать? Я уже все здесь доделал. Как скачать мою еще можно скачать постройку? Я сделал такую постройку. Как скачать еще можно мою постройку, которую я сейчас делаю? Я кину приложение. Как называется это приложение? Minecraft постройки, которое можно копировать постройку и можете поставить постройку в своем мире, чтобы моя эта постройка у вас работала, чтобы у вас всеми модами это все было. Для начала скачайте мод на мебель, который я вам там скажу. Дальше мод Minecraft мод на самолеты и Minecraft мод на специальные эти столики. И тогда вы еще сможете скачать мою эту постройку. Смотрите, вот всю мою карточку, вот которую я сейчас делаю. Вы можете ее скачать, да. И еще. Скачать можно у меня по ссылочке в описании, скачайте приложение, и еще я название своей постройки кину тоже по ссылочке в описании под своим роликом. И бесплатный Майнкрафт кину тоже под своим роликом. И кто хочет 1.19, 1.18, точно кину, проверьте. У вас точно она будет, должна быть, и вы ее скачаете, бесплатный Майнкрафт. Можете поиграть, попробовать, либо если у вас есть Майнкрафт, так и есть. Кстати, смотрите, как у нас здесь все красиво уже получилось. Это у нас, кстати, еще досочки у нас лежат. У нас, конечно, досочек очень много еще. Но у нас еще остались доски. Ну, конечно, много дерева мы потратили. Но я так решился. Я за досочками забегал, за новыми. И решил сделать еще здесь красивенько и красивенько. Игра. Вот что я решил сделать. Смотрите, вам нравится, что я ставлю рамки на вот эти, на везде вот рамки, вот на все верстачки ставлю. Вот так, для красоты можно поставить вам рамки. Это очень красиво, мне кажется, для дизайна это, мне кажется, очень, конечно, пойдет. И, кстати, скачать карту можно по ссылочке в описании под моим роликом, то есть мой заводик. Да. Еще что я хотел вам показать. Вы можете сделать свой завод, украсить по ссылочке в описании. Но вы можете кинуть свое название на свой
завод или на свою постройку, киньте название, если вы скачали этот мод, киньте свое название, я эту постройку посмотрю обязательно. Так, смотрите, что я еще люблю делать. Вот эти люки. Вы ставите вот для красоты, вот можно поставить вот эти люки. Это очень красиво. Мне кажется, для дизайна это очень пойдет. Это, конечно, красиво и некрасиво, я даже не знаю. Но это, мне кажется, выглядит очень прекрасно. Вот так у нас все выглядит. Это красиво или некрасиво, я даже не знаю. Вот куда я потратил свои самолетики. Вот сюда самолетики лежат. Прям реальные самолеты. Кажется, гроза у меня начинает. Гроза начинается, кажется. А, да пусть обходит. У нас гроза начинается, кстати. Но я в безопасности, да? Вы согласны? Я в безопасности большом. И я здесь делаю пол. Ну, на заводе же безопасно, на заводе же электричества нету. Ну, как бы говорится, еще модно грозу реалистичную поставить. Можно еще, как бы говорится. Безопасно везде, кстати. У-ху-ху-ху-ху-ху, там гроза идет уже во всю веселую, а я строю какой-то завод из каких-то деревяшек. Вот что за деревяшки у нас вообще интересные. Так, нужно здесь у нас все поломать. Смотрите, уже все красиво. Я здесь самолеты убил своей киркой. Это, как всегда, наша легендарная кирка 100 урона. Мы ее используем где? Скайблок из лаки-блоков. Мы ее используем вообще везде, этот кирку. Но в Minecraft Hardcore мы это не используем, потому что это хардкор, ну... Хардкор Майнкрафт. Дизайн завода идет вообще хорошим кругом. И я уже очень хорошо прям подизайнил этот завод, и мне уже все нравится. Вам как самолет? Если вам нравится, напишите в комментариях. Ну а я пока буду вставлять вот эти фары, чтобы у нас завод был светлее и красивее. Я делаю все, чтобы завод был очень красивым и очень всяких красивых даже фарах вот таких. У нас еще есть редстоунный самолет. Редстоун, как вам, я не знаю. Но редстоун, самолет, это прикольно. Давай-ка мы его здесь поставим. Воп! Ну, редстоун самолет, это просто вау. Да? Ну да, вау или не вау, я не знаю. У нас еще есть вот сломанные самолеты. Да, вот это я не знаю, как сделать. У меня так самолетов много вообще нету. Откуда я так много самолетов возьму дизайнических? Ой-ой-ой-ой, все для красоты завода сделать, я даже не знаю. Могу сделать все без вас. И мне еще нужно здесь доделать очень много всякой ерунды. Вот здесь должны мы докрасить все, вот. Кстати, я предпочитаю бедроковую кирку. А какой вы предпочитаете кирку? Напишите в комментариях под моим роличком. Да ешь, куда ты полетел? Я потрудился на славу. Сделал, смотрите, сколько у нас самолетов. Ой, а, я еще забыл здесь сделать. Так, ладно, хватит уже нам разговаривать. И мне еще нужно посередине сделать. Ну, давай-ка это вы сами доделаете. Мне это лень делать. Мне уже, как бы говорится, лень это делать. Смотрите, сколько я уже сдизайнил. Не любой так сможет сделать. Конечно, я потратил очень много времени на это. Но еще в Майнкрафт у меня много раз вылетал из-за того, что у меня нету памяти. Потому что я нечаянно... Карта памяти китайская. Ладно, смотрите, у нас, смотрите, какие есть крутые ресурсы. И хотите посмотреть разные дизайны этих самолетов. К сожалению, я могу прописать слэш-команду. Ну вот, можете сами посмотреть, можно сделать из любого материала самолеты. Даже пассажирский есть самолет. Пассажирский самолет это самый крутой самолет. По моему мнению, это самый крутой самолет. Ну, на это и можете не смотреть, это не обращается внимания. Ну, оцените, завод мой по шишке, да, дальней шкале, то есть по шкале. Блин, здесь еще дождь идет. Ну, мне все равно. А, вот. Можно поставить самолетик. Вот у нас есть самолетик. Давай-ка мы его поставим. Это весело будет, я вам обещаю. Самолет. А на этом всем пока. Всем пока-пока. Мы сегодня строили завод Майнкрафт, завод самолетов. То есть вертолетов, самолетов, всех этих летающих объектов. Мы сегодня строили заводик. От крутых предметов мы можем сделать самолеты из любого материала, который вы захотите.
Напишите комментарий. Давай-ка мы сделаем из изумрудов. Вы же давно хотели посмотреть из изумрудов. Самый богатый, самый любимый житель. Жители любят. Знаете, какой? Изумрудный. Нам не хватает на изумруды. Почему-то у нас есть здесь изумруд. На порох одного не хватает. Что это сейчас расскажу? Порох. Порох это у нас вот он. Порох. То есть красный камень. Так, давай-ка мы посмотрим, сколько мы сможем скрафтить. Чем мы до сих пор не сможем скрафтить? А, вот. 18 штук можем крафтить изумрудного самолетика. Вот очень дорогой. Жители его будут любить. И этот самолет, наверное, жители обкрадут, потому что жители любят изумруды. Но... Это же изумруд, да, по логике, смотрите, мы на него угробили изумруды. А вот, вот вы посмотрели, ну, конечно, они все так выглядят, да, лошадь, да. Вот они так все выглядят, эти вертолетики, самолетики. Это, конечно, вертолет, самолет, то есть вертолет, видите, вот, бум-бум-бум-бум. А вертолет, это, кажется, самолет, а не вертолет, да, я перепутал самолет. А на это всем пока, качайте мою карту, а на это всем пока, карта очень красивая, хочу сказать, мне она нравится, я бы оценил ее на хорошо или на плохо, ну, если она пойдет, она красивая, честно хочу сказать, если вы честно скажете, что, как вам эта карта нравится, не нравится... Просто моя постройка, мои старания. Вот, напишите в комментариях. Кстати, вот эти предметы я брал не с тоджеского режима, а с выживания. И бедроковый меч я тоже брал с выживания. Я хочу вам сказать, напомнить, почему я делаю бедроковые предметы и откуда беру бедрок. Я вот всегда задавался вопросом, в этом видео хочу показать, как я добываю бедрок. Секреты вам раскрою, конечно, как я читерить так можно вообще с друзьями, конечно, я могу скрафтить траву, я могу скрафтить даже любую руду, я могу скрафтить ульи, могу скрафтить, либо я могу скрафтить яйцо спавна, любое, смотри, создать сервиняры, могу создать... Вот это могу создать. Я все, что захочу, я скрафчу. Вот, вот если вот что-то я захочу, вот буду сидеть. Я хочу скрафтить себе, например, яйца спавна. Здесь все очень красиво. А вот наш любимый коренная природа. Она крафтится очень легко. Но зато я получил какой меч. Просто вот три вот раз, два, три. Так, раз, два, три, четыре. Это четыре, да? Как будто я не знаю, четыре, да. 5, да. 5 плюс 5, 10. Тогда, ну, это вообще трудов мало. Плавчущая обсидия. Ну, здесь можете сами посмотреть, как вы... А вот песок душ, я вам не буду говорить. Спавнер нужно, спавнер монстров. А знаете, как спавнер монстров добывать? Я не угроблю, наверное, на это 5 лет. Ну, на это всем пока-пока, как всегда говорю. А, я не то поставил. Так, ладно, у нас еще есть у нас стульчики. Стульчики, да прикольно. Кстати, как удобно работать, что у вас позади, позади еще будут работники. Это вообще не классно. Но я хочу создать свой сервер. Создать свой сервер, можно создать свой сервис. Сервер. Ну все, вот так пойдет. А на это всем пока. Всем пока. Мы строили завод Майнкрафт, завод вертолетов, вторая часть. На этом всем пока. Может, и будет выйдет третья часть. В дополнительном ролике может выйти третья часть. Не пропустите. Поставьте лайк, подпишитесь на канал. На это всем пока. Всем пока-пока.